choix. Здравствуйте. Доброе утро, ДПСУ, Антон Сержант Земля. Порядочек у вас? У нас, да, у вас. Удостоверение, все есть у вас. А вы просто так остановились, скажите? Почему это просто так? Работаем согласно ориентировочкам дальше. Каким? Вы же слышали, когда в Днепропетровске взрыв были. Так и разыскиваем лица, которые скрываются. Отлично, мое лицо знаете, машина? Как говорите? Мое лицо знаете и машину? Нет, вас не знаю, первый раз вижу. Водитель, как покажете? Нет, даже без всякого удовольствия. Отказывайтесь, показывайте. Конечно, отказываемся. Почему? Причина остановки. Я вам объяснил, работаем. Это не является причиной остановки. Ориентировку покажите мне. Кто вам такое сказал? Ориентировку покажите на мою машину. Ведите себя нормально. Нет, я себя веду нормально, вы просто так не останавливаете. Тогда, останавливайте все машины. Товарищ водитель, объясните, что для вас является причиной остановки? Какая у вас? Все, что прописано в законе Украины. Я вам объяснил. Работа согласно ориентировочкам. Это есть. Отлично. Давайте посмотрим ваши водительские. Нет, смотреть на водительские не будем. Не будем смотреть. Давайте ваши документы сейчас будем смотреть. Легко даже. Товарищ водитель. Конечно. Емельянов Владимир Юрьевич до 14-го. Угу. Отлично. Теперь ваши, можно? Наши даже пока не будем смотреть. Почему? Причина остановки. Я вам это не является причиной. А теперь я вам покажу даже согласно какой ориентировочке. Давайте. Специально для вас. Отлично. Ориентирование. Но я даже не похож. И вон мой сосед не похож. Подождите, я вам объяснил, почему я вас остановил. Я ж на... Не-не-не, понятно. Я похож по ориентировке, прохожу. Не имею возможности. Нет, тут ладно. Не спорим, допустим, у вас там какая-то бумажка есть, это без бумажка. Мокрой печати есть, нету, это... даже подписи нету. Это я эту бумажку сейчас сам дома распечатаю и буду гопать всех, кого захочу. Ну, попробуйте погопать, вы выражаетесь нормально, гопать. Я не знаю даже такого слова. В принципе, гопать. ОПГ является сейчас наша милиция. Угу. Знаете, что такое ОПГ? Это ваше сугубо. Это мое сугубо личное. Водительское, могу ваше увидеть? Да? Нет, мы даже не будем видеть, причина остановки незаконная. Я по ориентировке вашу не прохожу. Правила дорожного движения я нарушил? Нет, а должны нарушить. Тогда вы меня должны остановить. Это не 12 есть, 12 пунктов. Какие 12 пунктов? 12. Нарушение правил дорожного движения да. Есть? Есть? Нет, в данный момент нет, но... А за окружающую среду я загрязняю как-нибудь своей машиной? Уже ошибаетесь. Не знаете вы законов. Конечно. Закон о милиции, пункт, сейчас, господи, я их давно просто не брал в руки. Ну, давайте, давайте. Да. А нам-то спешить некуда. Ну, я понимаю. Вот оно. Угу. Все правильно, пункт 21, это статья 11 закона про милицию. Это что вы мне показали? Примерно то же самое, что вы мне показали. Ну, вот тоже. На закон Украины, а я вам отвечаю. Я ссылаюсь на закон Украины, статья 21, статья 11. Где закон Украины у вас? Покажите мне его. Я вот про милицию, но это не закон конкретно, вот естественно, у меня тут нету всех печати документов. Вы сами себе противоречите. Естественно. Ну, чем я противоречу, скажите мне? Вы ссылаетесь на закон Украины, а показываете мне... ксерокопию какого-то, не знаю. Так то же самое, что и вы мне показали, муть какую-то. Я просто на ссылаюсь на факт, то, что написано в законе. Ну, покажите мне закон. Вы мы с вами закон будем рассматривать вот в этом суде, я понимаю, если до этого коснется, товарищ инспектор. Вы являетесь водителем данного? Я момента, сейчас нет, на данный момент. Когда я буду ехать, тогда я буду являться водителем. Ага. Водительское, можно ваше водительское? Мы не будем даже смотреть мое водительское. Так это не будем. Но так как будем, только наоборот. Товарищ инспектор, вы давайте не будем мне, сейчас. Пожалуйста, не любите. Вы меня остановили. Я вам объясню, почему остановили. Я вас остановил. Хотите... Объяснили. А мало ли что вы хотите. Я хочу, чтобы вы танцевали с палочкой посреди дороги. Вы товарищ немного инспектор. На себя берете. Немного мы на себя берем. Мы с вами встретимся в суде. Хотите? По поводу чего? По поводу беспричинной остановки. Объясню, читаю. Закон Украины про милицию. Милиция для виконання покладених на неї обов'язків надається право зупиняти транспортні засоби в разі порушення правил дорожнього руху. Нет. Наявних ознак, що свідчить про технічну несправність ТЗ. Нет. Або забруднення ним навколишнього середовища. Нет. А також при наявності даних про те, що він використовується з противоправною метою. Тоже нет. Все, сейчас я дальше кое-что вам прочитаю. Прочитайте. Навочка. Та стоим на как, жартневом суде, сейчас мы тут с инспектором разберемся. Да я не могу заехать сейчас, с инспектором разберусь и заеду. Давай.
Відповідно до пункту 2 статті 11 закону України про міліцію. Товариш, міліції надається право перевіряти у громадян при підозрі у вчиненні правопорушенні документи, що посвідчують їх особу. Я вас перебью. Разрешите? У вас конечно. Не повна інформація. Вообще не, надо... не повніше. Не повна. Дорожний контроль, знаєте сайт такий? Знаем, что. Вот отлично. Там не полную информацию дают. Я вам объясняю, вы владеете неполной информацией. Неполной информацией. Мне достаточно той информации, которую я владею. Объясняю, что для остановки транспортного средства у меня есть 12. Не так, как вы там, 4 на 2, для 12. Давайте, вы остановили транспортное средство, убедили, что в салоне нету нарушителей. Я не увидел, кто вы и откуда вы. Вам достаточно знать, что мое лицо не проходит по ориентировке. Достаточно мне этого знать. Я совершил правонарушение. Я вам объяснил, товарищ водитель, почему я остановил транспортное средство. Да, остановили, убедились? Подождите, каким образом я могу убедиться? Мне надо у вас есть фотография. Кто? Цыбин, кто? Владимир Сергеевич. Я понимаю, это все пробейте слова. По базе. Товарищ водитель, это все слова. Мне надо ваше удостоверение личности, водительское удостоверение. Хрен с ним. Для вас. Вы в нарушении закона сейчас, да? Хотите посмотреть мое удостоверение личности? Смотрите. Так, похож? Владимир Сергеевич. Я неправду сказал? Да правду. Ну почему фамилии? Неправду? Ну вы же тоже удостоверение просили. Я вам тоже не показал. Так правда. Я просил у вас. Да, вы же меня остановили, не я вас. Средство, вы... А транспортное средство сейчас никак не касается на вообще. На основании? Подождите. Как это не касается? Ладно, на основании. Эти доверенности уже отменили, я вам доверенность покажу. Так, ради чисто поржать, да? Зачем мне ваше доверие? Мало ли. Ну так, старый как бы, но не он еще действующий. Не надо мне, вы просто ведите. Я попер дальше, да? Себя культурно, товарищ инспектор, просто и... так, просто не останавливайте, а хорошо? Вам, говорите мне то, что мне делать. Ведите себя культурно, с вами нормально обращаюсь. Окей, все.